Всем привет, дорогие друзья, с вами Дрэдди, и добро пожаловать в Хищные Машины 2. Поставь палец вверх, подпишись на мой канал, если ты не подписан. Ну что ж, а мы продолжаем. Так, отличненько. Нужно быть осторожным. В трубу попали. Ладно, уезжаем. Сейчас будет... это предпоследний 29-й левел, случайно нажал. Ну ладно, доиграем его, а потом у нас уже будет финал. Думаю, это будет сложный финал, ведь там же мамонт, ребята, мамонт очень сложный. Ну, мы сейчас подготовимся, потренируемся и начнем с ним сражаться. В вертолетик очень сложно попасть, потому что он постоянно летает и сложно прицелиться. Хотя пушечка очень такая хорошая у меня. Так, ладно, блин, мост сломался. Видите, не могу попасть никак, ну не могу. Сейчас ему скорость набрали. Ёлки-палки. Взяли буст. Блин, у него очень мало здоровья. Фигово. Так, окей. Ух ты, дирижабль проскочили. Отлично. Победа. И теперь будет главный босс. Так, мы все прошли. И 36-й левел. Самый сложный. Вот он, сам мамонт. Ну все, я готов. Играем на сложном. Так, прыжочек. Стараемся убежать от него пока что. Он, блин, он почти с одного удара может убить. Вот он. Если что, надо его попробовать поймать. Ну-ка. Отлично, поймали. Вообще, удираем нафиг отсюда. Иначе нам хана. Вот где нам уже хана. Ой-ой-ой, вот это опасно, это очень опасно. Блин, у него 0,5% здоровья. Ладно, давайте восстановимся. Меньше 0,5% здоровья. Блин, я упал в яму. Фигово. Давайте переиграем. Накопили 103 тысячи рубинов. Так, все, мы собрались. Мы готовы к сражению. Погнали. Ух ты ж, елки-палки. Два раза кувырнулись. О, нет, я бы лучше назад пошел. Давайте полетим назад 0,5%. Нифига себе, он подцепил меня. Попробуем удрать, попробуем отсюда. Нифига не получилось. У него меньше вообще совсем немножко здоровья. Так, продолжаем. Вот он, видели его? Ну-ка. Добьем его. Ну-ка, подцепи. Че, ты попасть не можешь? Или оставить его в живых? Все, отлично, готово. Победили мамонта, и теперь надо доехать до финиша. Так, тут опасно. Супермен тут. Ух ты же, елки-палки. Нам еще бы до финиша добраться. Как это так? Смотрите, я еду по воздуху, ребят. Вы видели? Я по воздуху летел. Не летел, а ехал даже. Точнее выражаясь. Так, выходим, убираем. Отлично. Блин, нифига не отлично. Все, мне хана. Блин. Да. Мамонта-то победили, но погибли. В результате. Заново. Какой страшный дирижабль, смотри, какой большой. Так, ну все, мы сосредоточились. У нас получится, главное верить себе. Так, разгоняемся. Тише, тише. Где сам мамонт? Где-то сзади он, где-то рядом. Я прям чувствую его. Смотрите, у меня есть заморозка, с помощью заморозки можно легко мамонта убить. Сейчас попробуем это сделать. Так, продолжаем играть. Так, как увидим, резко используем заморозку. Прям сразу. Блин, я, кажется, поторопился. Ну-ка. Я так и был, убил я его или нет? Короче, ладно, придется удирать. Будет фигово, если я не убил. Я его не убил как раз.
Это фигово. Погнали поверху. Где-то сзади, сзади нас едет. Фига себе. Это эпик. Где этот сам мамонт? Так, отлично, здоровье у меня полностью. Полное здоровье. Вот он, вот он, вот он, вот он. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Немножко осталось, блин, я зажался. Меня зажали. Почему пушка не стреляет? Странно, что он стоит. А, вот он поехал. Откуда картошка взялась? Ладно, выезжаем. Меня сейчас опять обгонит. Ладно, у меня тучка есть, если что. Тучка. Отлично, разбили мамонта. Фу, походу дело это победа. Потихоньку поедем. Да, вот он финиш. Прям рядом. Победа. Отлично. Финал опять не прогрузился, как всегда. Сервер 108 из 108 мы прошли. Давайте еще раз попробуем мамонта. С ним можно играть вечно. Но он сложный. И такой уж простой он. Ничего себе, кто нас так подбросил. Если бы у вас заморозка была, старайтесь взять заморозку. Как вы возьмете заморозку, все, вам будет проще потом. Порывы ветра. Блин, этот опасный. Так, разгонимся. Ну и где ты? Он поверху поехал. Так, используем метеоритный дождь. И почему ты всех кто не убиваешь? Поверху поехали. Попробуем разогнаться. Это вообще не влияет. Вот, так смотрите, мы подружились по ходу дела с ним, он ничего не делает. Постоянно под напряжением каким-то. Ладно, разгоняемся. Не получилось разогнаться. Вот, представь, ну кто-то. Мы убили, да, по ходу дела убили мамонта. Теперь можно спокойно доехать. Отлично. И вот он, самый финиш. Фу, мы прошли. Отлично. Все, ребят, вот смотрите, он победил мамонта, он его убил в самом конце. И с гордостью пошел к своему хозяину. Хозяин, вот он, уже в космосе, он отправился спасать папу. И он ему говорит, ты куда? И ракета улетает, to be continued. То есть продолжение следует, что же будет дальше? Интересно, все ждем продолжения очень сильно. Надеюсь, разработчики уже скоро снимут продолжение, потому что, ну сколько можно ждать? Очень сильно хочется увидеть, что же там будет дальше. Вот, скорее всего, мы полетим куда-нибудь в космос, и в космосе уже будем сражаться. Так, прикольно. Крутанем разок. Так, было 100 тысяч, сейчас 247, нифига себе. Заработали. На последнем боссе так. Так, а в рекорде сколько я?
Также 208, 62 место. Так, ну ладно. Вот, надеюсь, ты поддержишь мне пальцы вверх и подписочкой. С вами был Дриди. Пока-пока.